vibe. Nino, вот так правильно. Твое имя. Давай рассказывай, пожалуйста, что мы тут? Тут Лобио. Лобио. И вот Лобио вот так надо кушать. Вот, вот видишь, вот видишь, вот так, я сюда заложила так, вот это так. Вот все. А это? Лепешка. Это кукурузная лепешка. Да, вот это надо ее сюда, вот так. Так. И начать кушать. И хватит снимать. Да. Не, это еще тоже. Да. Так, оказывается, не так просто тут. Типа какой вот мне сказали, сейчас, подожди, подожди, сейчас меня будут кормить. Вот так вот. Ну, ты должна это самое наоборот сделать. Как? Ну, чтобы не сюда, а чтобы и тебя было видно. Ну, не, ну, а, ну, давай, да. Давай тебе поворачивай. Ну, что давай. Давай, открывай, давай. Убери нет. Руку, руку убери. Открывай рот. Вот так. Писай. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Фантастик. Фантастик. Угу. И со шпинатом так же? Это отдельно, нет. Это отдельно? Так. Это. Я тут этого. Еще можешь да. добавить. Да, да, больше, да, да, да. Лучше. Нет, подожди. Это. Открываю рот, кладу. И так. Мы улетаем. Супер. Спасибо грузинам, вы боги. Кухня. Ну да. И еще прибыли. Все время прививают. Вот это вот тоже тархун. Не, ну тут в Грузии лимонады пьют много. А я, чтобы почувствовать, чтобы быть вместе, ну, место, страну, а как ее прочувствовать? Через того, что люди едят. А, подожди, тут есть тархун? Вот ну, это да, есть. Да. Вот и тархун. Здесь или тархуна. Есть? Нету? Есть. Лимонадов нету. Нет, тархун. Ну это тархун или эстрагон, или in English that would be тарагон. Эстрагон. Ну супер. Вот, я неправильно ем шпинат тоже. Шпинат, кстати, с орехами. Ой, подожди. Стоп. Подожди. Так. Не, спасибо, Нино. Ты видишь, что у меня? Я вижу, что у тебя. Я знаю, что у тебя. Она просто тебе накладывает, чтобы ты поняла, что у меня. Какие дела? Ну, можно кушать. Ужас какой. Ужас привычный. Давай. Давайте, давайте, грузины, боги кухни. Вот. Все будут это мне. Дома. Да. Вот это вот, вот так вот надо есть. Хорошо. Да, ну, спасибо. Она здесь все диетическая, ради бога. От этого не полнеет. Да, да, я знаю. Так, сейчас я это ем.